Какое настроение у команды? Все-таки настроение, наверное, хорошее после матча с Италией. Ну, прежде всего, настроение хорошее, потому что мы приехали на Евро. И, конечно, Евро – это большой спортивный футбольный праздник. На праздник всегда приятно. Но какие сейчас планы, как команда? Я понимаю, завтра тренировка. Как будет происходить подготовка? Ну, в общем, это обычное дело. Мы приехали на предматчевый сбор. Сели в гостинице, как всегда, в центре города. Вот. И настроение хорошее. Для нас специально оптимизировали этаж. Прекрасные номера. Хорошая столовая. Комната для игр. Так что все сделано так, чтобы было команде комфортно. Ну и встречали, надо сказать, нас хорошо. И организаторы, и по улицам мы ехали, люди махали руками. Очень позитивно встречали в форме России. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да. Извините, пожалуйста, так, значит, ваши впечатления в Польше очень хорошие, да? Мы Польшу любим. Я знаю, что... И поляков любим. Да. Всего хорошего тогда. Сборная России в Польше. Я же не ожидала. Конечно, ожидала. Мы ехали на праздник, и на праздник попали. Поэтому на празднике все доставляют друг другу удовольствие. Мы ехали в Варшаве, и все махали дружественно. Я другой реакции не ожидал. Объясни тогда, почему вот мне все мои знакомые говорили о каком-то неприятии поляками россиян. Я столкнулась с обратным. Сейчас вижу, да, еще только усиливается обратное ощущение, что все к нам хорошо относятся. Мы с самого начала всегда говорили, что футбол не болельщики. Обычные нормальные болельщики – это нормальные дружественные люди. Да, на стадионе мы противостоим друг другу, а в жизни, на улице, это действительно единый праздник. Поэтому у нас всегда с поляками будут хорошие отношения. Все, обещала один вопрос, теперь получается три целых. Раз сами сказали про болельщиков, ожидаете каких-то конфликтов между ультрас? У польской стороны очень сильный ультрас, у нас тоже есть ребята. Я уверен, что большинство болельщиков будет очень дружественно настроено. Ну, в семье не без урода. Спасибо большое. Спасибо. Мы очень позитивно настроены по отношению к польским болельщикам и польским футболистам, ко всем, кто нас окружает. Поэтому я очень надеюсь, что этот чемпионат будет просто идеальным с точки зрения отношений наших. Спасибо большое. Я понял. Здравствуйте. 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 Можно просто скажу вам сказать? Подсаду. Я могу вам что-то подсказать, потому что есть просьба, если вы захотите, там дальше подойти или здесь нет, стенки. Вот здесь. Стенка. Сегодня 10 число, и мы, конечно, чтим память погибших. Для всей России это была трагедия, когда это случилось.
И прибыв сюда, естественно, у нас возникла мысль выложить венок в знак памяти о тех людях, которые погибли. Как атмосфера в сборной сейчас? Атмосфера в сборной хорошая. Воевая. Скажите, вам не мешает вот то, что сейчас происходит возле гостиницы? Вас это не смущает? Как вот вы относитесь? Нас не смущает, нам не мешает, мы в нормальном рабочем режиме. Игроки не жаловались? Нет, абсолютно. Скажите, пожалуйста, а как вообще, в принципе, по вашему мнению, поляки относятся к российской сборной? Вот вы наблюдали, ходили по вашей... Все, что мы видели до сих пор, это было только позитивные отношения. Очень гостеприимно нас приняли. И вообще замечательный народ. Россия! 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 Мы с тобой! Вперед! Россия! Мы с тобой! Вперед! Россия! Мы с тобой! Темная стиль.
залегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью бронила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не скучило. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались с тебе. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.